Настенный светильник, или любят его называть прикроватной лампой, с отдельным выключателем. Трехваттный сфокусированный 20-градусный луч, 140 люменов в точку. Серебристые и белые бывают. Ну вот, по заказам. Смотрите на него вживую, что вам в нем нравится, цените. Он достаточно фотогеничный, но с точки зрения функционала, да? Если вам достаточно вот такого функционала, что этот хобот крутится вперед-назад и светит в одну точку, то, пожалуйста, берите. Вот он такой. Кстати говоря, если, обращая внимание, голова опускается, видите выключатель? Он цик, выключает. Но если голова поднимается, он не включает выключатель, его нужно включать вручную. Ну вот это вот особенность всех моделей. 2 года назад они перешли на такую схему, поскольку были ложные срабатывания. Его опускали, он выключался, и как только руку убирали, он уходил в обратно. Поэтому они сделали вот такой однопозиционный выключатель, чтобы он больше не включался. Так что он теперь не включается. Он теперь четко выключается и сам не включается. Но он теперь не включается и в тот момент, когда мы хотим его драйвер и Этарон. Ну, в общем-то, да, известная достаточно-таки компания Этарон. В свое время даже и у нас был целый стенд этих драйверов. Пытались как-то их на рынок выводить благодаря их дешевизне.